Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Раймон Кино. Французский писатель, поэт, эссеист, переводчик, участник сюрреалистического движения. Один из основателей мастерской потенциальной литературы или управления литературной потенциальностью. Трансцендентальный сатрап патофизического колледжа. Директор энциклопедии Плеяды. Я цитирую Википедию, то, что нашел о этом поэте-писателе. Родился в Гавре в 1903 году в семье коммерсантов. Окончил лицей в Гавре, после чего изучал философию в Сорбонне и в практической школе высших исследований. В числе его преподавателей был Александр Кожев. Александр Кожев – это философ, не гегельянец, написано в Википедии. Оригинальное истолкование философии Гегеля Кожевым имело значительное влияние на интеллектуальную жизнь Франции и европейской философской климат 20 века. С 1924 года Кино сближается с сюрреалистами, но в 1929 порывает с ними. После путешествия в Грецию в 1932 публикует свой первый роман, за который получает премию «Двух Маго». Была такая премия. Премия «Дю Маго» – французская литературная премия. Создана в 1933 году завсегдатаями кафе «Дю Маго», расположенном в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре. В 1942 выходит роман «Пьеро, мой друг», который приносит писателю успех. С 1945 Кино занимается журналистикой и работает на радио. В 1947 выходит знаменитый «Упражнение в стиле». Это 99 стилистических вариаций на заданную тему. В 1948 Кино вступает в математическое общество Франции. Какой разносторонний человек. Публикует несколько романов. В своем творчестве Кино осуществляет эксперименты в литературном построении и письме. Использует фонетический, так называемый новофранцузский язык, разговорную и жаргонную лексику, и неологизмы, а также разрабатывает целую систему так называемых литературных протезов, сознательно заданных формальных ограничений, стимулирующих авторское воображение и позволяющих отказаться от штампов и стереотипов. Раймон Кино принадлежал к числу тех обыкновенных гениев, что умеет с поразительной виртуозностью сочетать в своем творчестве серьезное и несерьезное. Можно считать его великим выдумщиком, неистощимым по части изобретений литературных игр, специалистом по переводу с французского на Джойса, а можно человеком, видевшим свою миссию в глубокой реформе французского языка и посвятившим этому всю свою жизнь. Так написано в Википедии. Ну а теперь я немножко почитаю поэзию Кино. Первое называется «Творение искусства поэзии». Возьмите слово за основу и на огонь поставьте слово. Возьмите мудрость и щепоть, наивности большой ломоть. Немного звезд, немного перца, кусок трепещущего сердца. И на конфорке мастерства прокипятите раз и два. И много-много раз все это. Теперь пишите, но сперва родитесь все-таки поэтом. Такое стихотворение в переводе Кудинова. Второе стихотворение «Мясная лавка». По улицам Парижа брожу среди людей и грусть веду на привязи, чтобы не вспугнуть детей. Сыры, кусок свинины, продукты всех сортов, кровавые витрины, прилавки мясников. Лежит в углу теленок, тоскуя полон взгляд. И это я, быть может, а может быть мой брат. Не расставаясь с грустью, сажусь я на скамью. Я развернул газету и снова узнаю о бедах и несчастьях, и всевозможном зле, о страшных преступлениях, насилиях, наводнениях, войне и землетрясениях, страданиях на земле, и это утешение не приносит мне. Следующее стихотворение называется «Прилив». Приходит целый день прилив, как в дом газета. Прилив незримых сил порыв, источник света. Он отрицает тишь да гладь, он рушит скалы, чтобы цветы потом создать из минерала. Его барашки к берегам бегут проворно и оставляют камни там редчайшей формы. С морской стихией мир сравнив, заметишь вскоре, сперва прилив, потом отлив, весь мир как море. Такое хорошее стихотворение. Следующее стихотворение называется «Амфион». Париж, вас пленивший когда-то, не тот, что нами любим. Идет он, не зная возврата, к иным очертаниям своим. Пути, расписания, маршруты, былой топографии след. Тропинки памяти круты и стерты за давностью лет. И нас в другом поколении без карты в руках не поймут. И все это жизнь забвений, утраченных дней и минут.
Ну и вот, наверное, закончим мы рассказ о Раймоне Кино его стихотворением «Присказка». Надо жить, чтобы счастливым быть, чтобы несчастным быть, жить надо тоже. Эту присказку и даже две сложить смог философ. Был он пьян, похоже. Вот, пожалуй, и все. Сегодня мы познакомились немножко, конечно, вкратце, с творчеством Раймоном Кино, французском писателе, поэте, эссеисте, переводчике, участнике сюрреалистического движения. Пока-пока, до свидания, всем привет, узнали что-то новое, до свидания.